Здравствуйте, с вами программа «Территория Тольятти», я Никита Плотников. Это программа о городе, его жителях и значимых событиях минувшей недели. День химика отметили во всей Самарской области. В Автограде этот профессиональный праздник проходит на нескольких площадках города. На одном из торжеств лучшие работники одного из крупнейших химических предприятий России получили награды от правительства региона. Подробности далее. Ефим Борисович приехал в Тольятти на химический завод, будучи молодым специалистом. Сейчас он уже сам передает опыт коллегам. Работает оператором агрегата по производству аммиака уже более 40 лет. В то время был энтузиазм, были молодые, весь Союз ехал. Это моя жизнь сначала, и вот жизнь моя, моей семьи, коллектива. У нас коллектив как семья. У нас без взаимопомощи, без взаимовыручки невозможно. В День химика ветераны труда и сотрудники корпорации «Тольятти Азот» получают почетные грамоты от правительства области и администрации города. Предприятие наряду с профессиональным праздником отмечает юбилей – 40 лет со дня выпуска первой тонны аммиака. Все достижения, все, что мы здесь делаем, это, конечно, стало возможным только благодаря тем людям, которые работают, той команде, которая работает на заводе. Хотел сегодня вас всех поздравить с праздником, поблагодарить за ваш самоотверженный труд. «Тольятти Азот» очень большой вклад вносит в социально-экономическое развитие области. Мы видим, что объем налоговых поступлений, например, за прошлый год составил около 5 миллиардов рублей. То есть за счет тех ресурсов, которые предприятия отчисляют в бюджеты различных уровней, строятся дороги, ремонтируются школы, детские сады, осуществляется поддержка социально незащищенных слоев населения. Большая химия – одна из ведущих отраслей экономики области. По объему годовой продукции она занимает второе место в промышленности области. На модернизацию действующих производств и открытию новых в 2018 году регион получил около 20 миллиардов рублей инвестиций. Благодаря и этой промышленности у нас область демонстрирует впечатляющие темпы роста по экспорту продукции. Предприятия входят в топ-10 крупнейших налогоплательщиков области, выплачивают достойную заработную плату, ведут ряд социальных проектов. Местные предприятия выпускают 20% российского аммиака, а также 0,1% метанола и автомобильного бензина. Экспорт продукции химической промышленности за последние два года принес региону более 1,5 миллиарда долларов. Сегодня современная международная мировая экономика без химической промышленности не существует. Все самые современные технологии основаны на химических производствах. Это фактически будущее международных новых материалов, новой экономики и эффективности. День химика в Тольятти – общегородской праздник. На площадке Дворца культуры «Тольятти Азот» работает множество интерактивных зон. Здесь можно играть в настольный хоккей и футбол или смастерить фигурку из воздушных шаров. Это очень сложная, кропотливая работа, но, как видите, дети делают это с удовольствием. Девчонки заказывают цветочки, собачки, а рыцари, конечно же, шпаги. Вечером с Днем химика жители города поздравила певица Жасмин. После концерта в честь сотрудников химической отрасли в небо запускают салют. Баскетбол 3-на-3 или стритбол – популярный в Тольятти вид спорта. Он зародился в середине прошлого века в США. Из игры во дворах он перешел в олимпийский вид спорта. Тольяттинские спортсмены определяли лучшего на первом областном турнире. Подробности далее. Этот баскетбол очень зависим от погоды. На этот раз участникам повезло. Природа благоволит провести областной турнир по стритболу. Вместо паркета – асфальт, вместо двух колец – одно. Да и в команде не 5 человек, а 3. Тут нужно быстрее думать, соображать, видеть партнеров лучше. Если в баскетболе ты можешь задержать как-то атаку, растянуть, то тут нужно сразу действовать. Там можно дриблинг сделать, показать свои навыки какие-то, с владением мячом. По сравнению с баскетболом, более грубо. Можно пожестче поиграть, побороться, борьба. В Тольятти съехались более 100 команд из 10 населенных пунктов области. Участники разделены на 10 возрастных категорий. Баскетбольные баталии проходят одновременно на 6 площадках. Это олимпийский вид спорта. И это, наверное, наша надежда на массовость
та возможность, когда с друзьями, с подругами взять мяч и постучать его в собственном дворе в одно кольцо, ну, это, мне кажется, самое, наверное, приятное занятие молодежи, которое может быть. Игры организовывает Тольятти Азот. Из корпоративного турнир перешел в соревнования регионального уровня. Предприятие поддерживает и другие виды спорта. Социальная направленность нашей компании еще раз подтверждена, что нация может быть здорова, если она увлекается спортом. И, естественно, это наша задача и администрации, и руководство, и собственников Тольятти Азот, акционеров, для того, чтобы как можно масштабнее спорт входил в жизнь каждого горожанина Тольятти и особенно молодежи. Участникам турнира после его завершения времени, чтобы перевести дух, будет немного. Уже в следующие выходные в Жигулевске стартуют областные соревнования «Волга-баскет». Совсем скоро в Тольятти пройдет зеленый марафон. Телерадиокомпания «Губерния» второй год поддерживает эту благотворительную акцию. Перед бегом нужно хорошо подготовиться и размяться. Именно этим занялись герои нашего следующего сюжета. Примерно право, лево, сверху, снизу, поактивнее, просыпаемся. Взбодриться перед рабочим днем вышли сотрудники одного из банков. Небольшая разминка, бег по кругу, а затем упражнения на гибкость. Тренер по бегу Эдуард уверен, хорошая зарядка – залог продуктивного рабочего дня. Ну, это очень полезно, потому что люди побегали, чуть-чуть попрыгали, сделали упражнения на растяжку, какие-то немножко ОФП, просыпаешься и уже более себя бодро чувствуешь в течение всего рабочего дня. Именно с тобой проталкиваюсь. Колено высоко не поднимаем, руки расслабили свободненько. Заряжаешься эмоциями, заряжаешься спортивной энергией, потому что мы не всегда успеем бегать по утрам, все-таки спать иногда надо, но когда представляется возможность, на самом деле потом рабочий день более интенсивно проходит и более позитивно. Сидячая работа, да, действительно, зарядка заряжает на весь день, энергией, хорошим настроением. Супер. Полезный для здоровья флешмоб – часть подготовки к зеленому марафону. Он стартует 1 июня. Дистанция от 4 до 21 километров побегут спортсмены и любители в 60 городах России. В Тольятти зеленый марафон пройдет уже в третий раз. Участие в марафоне стало доброй традицией для наших горожан. И в этом году марафон приурочен ко Дню защиты детей. Организаторы подготовили разнообразные активности, подарки, призы для детей и взрослых, чтобы этот праздник стал по-настоящему семейным. Ждем вас. Принять участие может каждый. В Тольятти марафон пройдет на лыжной базе в Автозаводском районе. Начало регистрации на забег в 10 часов утра. Лучшая школа единоборств в России находится в Тольятти. Поволжская академия боевых искусств «Сандорюкан» получила золотой пояс – премию Российского союза боевых искусств. Руководство и учеников академии поздравила Ирина Грумеза. Поволжская академия боевых искусств получила национальную премию «Золотой пояс» – высшую награду Российского союза боевых искусств в самой престижной номинации – «Лучшая школа боевых искусств России». Вручение проходило в Кремлевском дворце, рассказывает директор академии Юрий Хоменко. Приветственное письмо от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина зачитал министр спорта России Павел Колобков. Подписали диплом лауреата сопредседатели РСБИ Сергей Кириенко и Юрий Трутнев. Это, в общем-то, самое важная награда в нашей жизни. Почему? Потому что лучший спортсмен – это работа одного спортсмена, тренера. Да? Лучший тренер – это работа одного тренера. А когда лучшая школа – это все-таки работа всего коллектива. И это очень приятно. Это очень приятно, потому что, в принципе, об этом была мечта. Мы к этому стремились и, в общем-то, этого добились, этого признания. Поволжская академия боевых искусств своими силами, без государственного финансирования, построила 4 спорткомплекса, открыла 13 филиалов в школах Тольятти. В академии тренируются более 1500 спортсменов. Многие из них – победители и призеры российских и международных соревнований. Растет новое поколение сандорюкановцев, готовое покорять вершины мировых первенств. Я чемпионка мира, я ездила в Италию и в Сербию. Также я чемпионка Европы, я ездила в Ригу. В Риге я заняла 4 первых места. Для руководителя академии Юрия Хоменко это не первая награда. За последние 8 лет он был награжден специальным призом «Оскар» в Зале славы боевых искусств в Атлантик-Сити в США, а также медалями Международной конфедерации боевых искусств за заслуги в развитии спортивного движения в России, за личный вклад в развитие города Тольятти. Тише! Город! Тише!
80% тренеров Академии – ее воспитанники. Они сами пришли в Сандурюкан в возрасте 5-6 лет, получили колоссальный соревновательный опыт, закончили ТГУ по специальности и теперь передают знания младшему поколению. Каждый из учеников рассматривается как потенциальный чемпион, тренер, судья. Преемственность и наставничество – прочный фундамент, на котором строится успешный опыт Сандурюкана. Тольятти – многонациональный город. В нем проживает более 100 разных народностей. Недавно Автоград отметил 20-летие работы Мордовского культурного центра. В честь юбилея перед жителями города выступили гости из Саранска. Окунулась в мордовскую культуру и наша съемочная группа. Гостей праздника встречает ансамбль мордовской песни «Лайми Пурась», что в переводе «Черемуховая роща». И пусть их слова большинству жителей Тольятти непонятны, мотивы произведений очень близки русской душе. Несмотря на простоту сюжета, в этих композициях каждый добрый молодец найдет себе урок. Особенно у мордовского народа песни в основном страдательные, как и у русского народа. Это медленные, печальные. Стоит березка, в общем-то. Проходит парень, а под березкой девушка сидит, парень говорит, к березке обращается, отдай вот мне, пожалуйста, вот эту свою гостью. Вот. А березка говорит, ты сперва посчитай мои веточки, посчитай мои листочки, померяй меня в высоту, померяй меня в длину. Ну, в общем, короче говоря, парень считал, так и сбился, и, в общем, невесту он себе так и не заимел. О благосостоянии невесты судят по ее наряду. Чем сложнее орнамент, тем богаче избранница. Мордовский народ, как и русский, встречает по одежке, а провожает по уму. Правда, в отличие от красного, который воспет во многих славянских былинах, у наших географических соседей в почете белый цвет. Красота женщины, чистоплотность определяли по чистоте этой одежды. Женщины шили, ткали из льна, который сами выращивали, вот, и готовили ткань, его белили на снегу. Повод познакомиться с колоритом мордовского народа праздничный – 20 лет существования Мордовского культурного центра в Тольятти. Его участники радуют жителей выступлениями на концертах, фестивалях, городских праздниках. Национальная черта – это дружный, трудолюбивый народ. Как говорят, как грузин без усов, так мордвин без настырности. Так что настырные люди, очень трудолюбивые, и любят и погулять, и повеселиться, и праздники, естественно, все мы отмечаем. В честь юбилея перед тольяттинцами выступил Мордовский государственный ансамбль песни и пляски «Умарина». В этом году ему исполняется 80 лет. Послушать мордовские песни в следующий раз зрители смогут уже 2 июня на праздновании Дня города. В Парке Победы перед тольяттинцами выступит ансамбль «Лайми Порось». На сегодня это все. Если вы хотите поделиться с нами информацией о важных событиях города, то сообщите о них по телефону, который вы видите на экране. Или напишите нам в группу во ВКонтакте. А мы увидимся ровно через неделю. До встречи на территории Тольятти.